А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Алекс Стор. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс Фрэш. Мы продолжаем играть в House Flipper 2 и давайте продолжим. Естественно, посмотрим, что там за новая миссия и так далее. Первую миссию мы прошли. Она, я так понимаю, была типа вступительная, обучающая еще какая-то. Сейчас будем смотреть. Так, кстати, мы там в хате что-то мы делали. Пожалуй, ничего пока что делать не буду здесь. Так, поюзали чуть-чуть. Тут все засрано у нас. Я думаю, тут вообще чуть ли не стены нужно сносить, перекрашивать все. Так, а как мы получали работу? Явно не на часах. Чемодан. Табик. Пинаков. Гора вещей, Том Марино. А, снова привет, спасибо за помощь в прошлый раз. Ты отлично себя проявил, и у меня есть для тебя еще одно задание. Я помог подруге купить дом, и кажется, не мешает... не помешает помощь с распаковкой вещей. Прикладываю ее письмо. При этом дом просто супер. Он такой уютный. Я так давно не переезжала, что забыла, как это муторно. Откуда у меня вообще столько вещей? Может, нанять кого-нибудь и переложить распаковку на чужие плечи. Крепко обнимаю. Ну, давайте начнем. Единственная работа, которая есть, как бы, ну и все. Поэтому будем работать. Блин, мне не нравится, что нельзя на улицу выйти. Дом в экран не помещается. Дом не помещается в экран. А так выглядит неплохо. Так. Газета. Ну, бывает. Так, заданий нет. То есть я мусор просто так убрал, что ли? А, тут пятна есть. Слушай, это не тот же? Нет, это другой дом явно. Джун Янг. Как ответить-то? Я? Так, ты мой распорядитель, верно? Ты набрал достаточно очкового опыта в уборка, чтобы получить свое первое бонусное очко? Чтобы использовать, нажми Tab и перейди на вкладку улучшения. Так, ну, давайте тогда улучшим свое очко. Чтобы оно было... Угу. Уборка мусора. Так. Так, понимаю, это первый был, там второй, короче, нам сравнение. А, может, еще и уборкой займешься? Я обожаю убираться. Я уже начал, как бы. Я не особо читаю чат, что там пишут. Вот, поэтому вы, если что, не это. Не удивляйтесь. И коммент под прошлым видосом, но не поэтому, не по... Как его зовут? Короче, по паркинг-симулятору там писали, типа, сигналка орёт, бомж отрывает дверь, а я ноль реакции. Я просто без наушников сижу, не... надоело сидеть. Знаете, когда бывает наперед снимаешь там несколько видосов, у тебя же просто бошку давят они. И поэтому сидишь, просто без них снимаешь и все. Поэтому и не знаешь, что там происходит. Так, я здесь, по-моему, не убрал. Или убрал? Убрал, отлично. Так, ну этот хлам всякий. Кстати, кто-то говорил, там можно то ли продать книжки, то ли... Да. Газету продать нельзя, к сожалению. Хотя, не знаю, может, ее не стоило пока что продавать, потому что я помню, как-то мы в какой-то книжке смотрели какое-то управление. Возможно. Ёпта. А это что, какашка, что ли? Смотрите, кто-то насрал в коробочку для еды и положил аккуратненько на кресло. Какой же золотой человек, да?
То есть она мне позвонила, говорит, ты извини, что немножко не убрано, а она просто навалила формочку для еды. Какая молодец. Так. Котик из монобанка, что ли? Так, ну... Ой, а чё проморгнуло или это меня проглючило? А, лампочка, понятно. Ага, это мы, получается, будем распаковывать, понял. Идем выбросим мусор. Замечательно. Попади пакетом с мусором в бак 3 раза подряд. Так я ж даже не бросал, просто закинул его сразу. Ой, кью нажал. Так, а мусор. Ого, сколько мусора. Ой, кажется... А, то, наверное, кусок пиццы был. Понятно. А пару просто похож на какашку. Это нормально? Все. Дальше распаковывать коробки. Так, распаковывать их нужно в этой комнате или нет? Слушайте, ну походу да. Ручонки наши. В смысле? Что это такое? Сковорода. Замечательно. Кастрюля еще лучше. Еще одна кастрюля. Сковородочка, не сковородочка. Закрыть. Открыть. Что это такое? А, какая-то дешманская кофеварка. Примитивная. И микроволновочка. Наверное, туда проще было бы микроволновку, но... Вы же нас слишком хорошо знаете. Так. Всякая фигня для всяких специй. Книжечка вот сюда на полочку пойдет. Здесь ей побольше места. Закрыть. Стаканчик. Стаканчик. Вот явно не один будет. Сейчас целая куча стаканчиков, наверное, начнется у нас. Чашечка. Чашечка. Ну, отличное место для всей. Замечательно. Так, а на что я залез? А, то есть я мог сюда кастрюльки сложить. Но вы уж простите. Я же справился? Нет, не справился. Еще не все. Так, а это мне надо? Как-то. Коврик, стульчик. Ну, пусть все так и стоит, в принципе. Так, давайте самые жирные начнем. Но тут как бы логично. Замечательно. Миллиард вазочек. Папочка. Еще папочка. Закрыть. Так, и здесь у нас... Что это вообще такое? Ну, я так понимаю, что это также к поделкам, поэтому я просто буду ставить куда-то на стол это все. Потому что я не знаю, что с этим делать. Не, ну вот с этим ножичком, конечно, знаю все. Стаместка, что ли, или как его называется? Так, ну что, теперь нужно, по-моему, переходить в какую-то комнатку дальше. Здесь же все, правильно? Да, здесь 10 из 10, на улице у нас ничего нет. Давайте теперь вот эту вот комнатку. Так, правая кнопка, во. Пицка. Пицку все любят. Ой, ёпты, где дверь? Вот она. Отлично. Оп, оп. Все, супер. Так, чемодан.
Ёпта. А как тебя туда? Зараза ты. Во, все, закройся, пожалуйста. Ты что за... А, это свеча. Сюда. Часики. Так вот, над дверью повесим самое такое пустое место, куда можно всегда что-то присрать. Картинка. Картинка. Так, ну вот здесь стена. В смысле? А, норм. Пустоватая, повешу сюда. Еще картинка. Ой. Думаю, здесь как раз и дверь закрывать она не будет. Но сюда уже прицепим. Так, а по высоте... Точка, точка какая? Ниже окна точка. На один квадрат. Ну, типа, типа норм. Так, ты кто такой? Ты книга. Во, есть. Слушайте, по кровати-то нельзя в обуви выходить почему-то. Обидно. Оп, есть. Я, есть. Замечательно. Так, у нас уже пол второй звезды. Вазочка. Мне кажется, нас шарахнется нафиг. Но так уж и быть. Нас заставили, если что. Это что такое, степлер? А, нет, это кит какой-то. Так, ну, там все заставлено, поэтому пока что сюда буду ставить. Это что такое? Рыбки. Так, это мы убираем тогда. И можно идти дальше. Только надо статус проверить. По статусу тут все отлично. Так, а что у нас дальше? Так, что у нас по мусору? Ага, только две коробки распаковать. Уточка. Не, ну уточка это по-любому вот сюда куда-то. Что это? Я вообще понятия не имею, что это такое. Будем сюда в лоточек в этот скидывать. Лаки какие-то, какая-то фигня, короче. А, ну да, это женская эта хата. Теперь понятно. Куча всякого барахла. Закрыть. Сделаем ее сейчас четенько. Чтоб сразу могла жопу двумя руками вытирать. По центру не получится, да, я так понимаю? Ну ладно. Так, а это что такое? Где-то должно стоять. А, вот здесь, наверное. Еще одна туалетная бумага. Пусть тут запас лежит. Нифига, тут прям разноцветная вся. И беленькая еще. Красота. Так, можно сюда... О, третью. Четко. Вот это я нафигачил бумаги ей. Но она сразу, видно, любит посрать. Так. Здесь можно закрыть, туда нам уже идти не придется. А, здесь ничего нет. И здесь какой-то барахло. Ладно. Но, как бы вещи распаковал, порядок, ну как сказать, порядок. Порядок я не навел, но я убрался здесь. А порядок не навел. Продать. Ну, по-моему, все, если здесь ничего нет. Да, Shift, Enter. Ты уверен, что хочешь закончить работу прямо сейчас? Ты заработаешь 2400. Да, хочу. Принять. Готово. В кошельке у нас уже 5000 чего-то. То есть потихонечку мы зарабатываем. Предлагаю... сохранить это все. И можно посмотреть, в принципе, что у нас новое появилось. Не понял.
Надо пойти на улицу спуститься, чтобы понимать, это наш дом или нет. Где улица? Не там. Ну-ка. Да, это оно, это наша хата. А чё она такая заюзанная? Неизвестно. Куча всякого хлама, но я думаю, что здесь можно порядок навести. Здесь у нас, кстати, нет нифига. Почему у нас здесь нет статуса? О, мусор открыли. Так, подожди, а что это дает? Чем больше, тем лучше. Мусорный пакет помещается больше мусора. Во, вот это уже хорошо. Почему нам не показывают мусор у нас же дома? Это странно на самом деле. Брали, попоказывали. Было бы замечательно. А так у нас как обычно. Непонятно, что происходит здесь. Так, я же так понимаю, что я могу продать... А, нет. То есть телефон могу в мусорку, а могу продать, да? За 48 или взять, просто выкинуть. Хм. Ну, я думаю, что мы просто тут небольшой порядочек наведем, но... По итогу нужно будет все продать, все разломать, сделать хату нормальной. Стены зарыганы, нет? Вроде нет. Плитки нет. Дверь есть. Тоже всякое барахло. Мяч валяется. Пятна везде. Но нам это, правда, ничего не дает. Если бы нам хотя бы денег насыпали за уборку нашего же дома. Хоть это и звучит очень странно, но... Это же как-никак игра. Поэтому хочется какого-то поощрения за свои труды. Но, как видите, нет. Ладно, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну, а с вами был Алекс Фреш. И всем пока-пока.